Всем привет, ребят! Смотрим, слушаем новый трек Хики Рэя. И новый трек у Риза вышел, Одуванчик. Я этого не ожидал никак. И мне будет очень приятно послушать вместе с вами, моими любимыми зрителями, так сказать, да? Ладно, давайте слушать, погнали. Но перед тем, как вы слушаете, не забудьте написать, что еще послушать. Но перед тем, как вы слушаете, не забудьте написать, что еще послушать. Ладно, давайте хикере потом Ризу глянем. Кстати, от хикере я хочу послушать еще два альбома. Это Sad Side и Samurai. Мы это сделаем обязательно, когда у меня будет время. Может, даже на этих выходных. Да? И от него еще слушали там много песен. Клоун, Йо, Zero Two слушали, Доминикана слушали, все такое. Ну, сами как бы можете это поискать, все, вбить просто Хикерей и мой канал Мушинский Фэмбли, и вам типа там будет два видоса вроде, или три, что-то такое. Песня на английском будет все. Да что это? Ну, короче, я не знаю, мне второй исполнитель, вот этот Бенедикхан, мне очень понравился, на самом деле, почему-то. Мне вот хикере такой понравился, и все. Я, если честно, не ожидал, что будет на английском. Он, видимо, этот... английский, да? Ой, как, короче... Англичане, да, видимо, вот этот Бенедикхан или кто вообще, откуда? Я не знаю, первый раз вообще слышу о нем. Ну, Хикере прикольно сделала, вот второй исполнитель, я не знаю. Ну, кому как, в общем, это такая, знаете, вкусовщина. Типа, может, надо второй раз послушать, я не знаю. Но, в общем, ну, такой средний трек, что-то. Я не могу сказать, что прям он такой прям вайп очень классный от него исходит, не знаю. Ну, меня даже не раскачало, на самом деле. Хз. Я поставил бы 9 из 10, наверное. В общем, и Риза Одуванчик. Риза просто класс. От него все песни слушали, и осталось от него глянуть одну песню. Это «Лучший друг», вроде бы. Или «Худший друг». «Лучший друг», да, остался. Осталось одну песню глянуть. Ну, а погнали, Одуванчик. Обложка такая... дома. Мне уже нравится. Ты
Чувствую себя будто рокер. Ну, как бы вот так вот. Не знаю, надо расслушать этот трек, наверное, да? Кстати, вот самый лучший трек у Ризы, это, знаете, какой? Вот этот вот. Реакция есть, можете глянуть. Обожаю этот трек, мой любимый трек Ризы. Трек такой, знаете, он средний, вроде бы средний, но мне кажется, его надо все-таки расслушать. В наушничках там слушать, да? Короче, расслушать его надо, в общем. Но так, в целом, хороший, в принципе, трек на 9 из 10 я поставил. То есть это на 10 из 10, я не знаю, может тянет, может нет. Я поставил 10 из 10, мое личное мнение, в принципе, Риза молодец. Ему всех успехов, всем всех успехов, мне успехов, вам успехов. И все, увидимся в следующих роликах. Оставляйте свои комментарии, лайки. И подписывайтесь на канал. Субскрайбьте мне, плиз. Окей? Всем пока.